Онлайн-расписание, электронный учебник и дневник «Образовательная цифровая среда в школах и вузах республики» еще формируется. Для ее развития Чувашия получит более 520 миллионов рублей. Федеральные субсидии республика направит на внедрение целевой модели. В рамках проекта современное цифровое оборудование будет поставлено в 238 школ, техникумов и колледжей. Напомню, что сейчас студенты и школьники имеют бесплатный доступ к электронным библиотекам. В ряде учреждений запущены личные кабинеты обучающегося, где содержится полная информация об успеваемости и достижениях.